В Щелковском колледже стартовал 7-й московский областной чемпионат «Обилимпикс». В этом году в нем принимает участие около 40 школьников и студентов из разных городов Подмосковья. Ребятам нужно выполнить различные конкурсные задания по 4 компетенциям. Представленные компетенции включают в себя ремонт и обслуживание автомобилей, флористику, ландшафтный дизайн и переводческое направление. Соревнования проходят 2 дня. В них принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья, которые хотят проявить свои таланты в выбранной ими сфере. Конкурс «Обилимпикс» помогает не только получить молодому поколению определенные навыки, которые пригодятся в профессии, но и посодействовать их дальнейшему трудоустройству. Участие в конкурсе школьнику и студенту дает это приобретение, во-первых, новых профессиональных навыков. Школьнику это также дает профессиональное определение в дальнейшем. То есть, если ему понравилось, он может пойти уже и по специальности. Победители Московской области, они будут участвовать в отборочных соревнованиях с 11 по 17 октября в отборе на участие в финале. Соответственно, национальный уровень, если ты идешь победитель и призер, то там работодатели тебя, это гарантия трудоустройства дальнейшего. Все участники выполняют задания на время. Так, например, тем, кто занимается устранением технических неполадок у автомобилей, дается ровно 1,5 часа. На компетенции представлены 2 модуля. Значит, модуль С, значит, это электрика, 2 автомобиля, значит, Renault Logan. Конкурсантам необходимо выявить неисправности, значит, по электрике. То есть это работа световой и звуковой сигнализации, там стеклоочистителей, отопители салона и так далее. Модуль Е – двигатель. Там у нас 3 рабочих места, 3 двигателя. Двигатель МР-18, значит, устанавливается на Nissan Tiida. Конкурсант, значит, должен разобрать этот двигатель. При разборке выявить неисправности, провести замеры. Юные конкурсанты, вне зависимости от выбранного ими направления, без сомнения увлечены тем, чем они занимаются. Они убеждены, это не только интересно, но и пригодится им в будущем. Я увлекаюсь автомобилями, мне нравится работать с ними, с этой техникой, изучать ее, как работает, как, ну, от неисправности, как решить эти проблемы все. Хотелось бы свой автосервис открыть, и так я еще гонками увлекаюсь. Цветы достаточно красивые, и женщинам, в принципе, приятно их получать от мужчин. И как бы цветы олицетворяют любовь. Композиция самая сложная достаточно. Ее нужно продумать, чтобы она выглядела достаточно интересно. На открытие Московского областного чемпионата «Обилимпикс» в Щелковский колледж было приглашено множество гостей из различных общественных организаций. Я не ожидал вот этого всего здесь увидеть, потому что все впечатление очень-очень-очень переполняет. Это очень перспективно, очень объемно, то есть общение людей, это в первую очередь, тем более детей. Они вот, я видел, с каким они интересом это все воспринимают, как учатся. По прошествии 2 конкурсных дней будут подведены итоги и выбраны победители областного чемпионата. Их наградят специальными призами от областного союза промышленников и предпринимателей, а также Центра развития движения «Обилимпикс». Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.